Коронавирус диктует свои правила. Чтобы не допустить распространения инфекции, самарские полицейские из экзаменационного отдела ГАИ работают по-новому. Сотрудники ведомства уделяют повышенное внимание безопасности курсантов, которые получают водительские права. В класс, где горожане сдают теоретическую часть, пускают только в перчатках и в масках. Это обязательное условие для всех, кто хочет стать водителем. Также здесь строго следят за соблюдением социальной дистанции. Нами были приняты ряд мероприятий по сокращению количества одновременно сдающих кандидатов в водители с тем, чтобы обеспечить социальную дистанцию между курсантами. Это расстояние не менее 1,5 метра. Горожане, которые сдают экзамены, относятся к вынужденным мерам с пониманием. По их мнению, главное чувствовать себя в безопасности. Все были в масках и на разрешенном расстоянии друг от друга. Придя на экзамен, да, я чувствовала себя безопасно, потому что соблюдались все режимные моменты. Мы были в масках, сидели на расстояние, которое нужно соблюдать. Перед прохождением практической части вождения в городе все машины обрабатывают антисептиком или спиртовыми салфетками. Обрабатываем те части, которые кандидат водителя касается. То есть это рулевое колесо, рычаг коробки передач, ручной тормоз, ну и ручки дверные. Несмотря на ограничительные меры, местные жители по-прежнему могут пользоваться услугами, которые предоставляют в РЭО. Здесь можно зарегистрировать автомобиль, а также получить или заменить водительские права. Правда, на входе ввели пропускной режим и сократили количество посетителей. В настоящий момент на первом этаже нашего здания организован так называемый контрольно-пропускной пункт. Инспектор, государственный инспектор, который находится там, он предупреждает граждан о необходимости наличия, значит, средств индивидуальной защиты, это как минимум маски, вот, а также желательно, чтобы были перчатки. Для того, чтобы получить государственные услуги, предоставляемые РЭО, нужно заранее записаться на прием. Анатолий Головко, Константин Головин. События.